Позвонили. Да. Короче, я вышла из эфира, потому что мне позвонили, сказали, что мама приготовила. Вот такую вот рыбку. Сейчас покажу вам. Кто поймал, главное? Кто поймал? Что? Я себе хвостик взяла. Мама себе хвостик взяла. Хотя люблю голову. Ну, в голове как бы мало еды. Так, ну ладно. Откуда вот эти кости оказались? Ты и ты выбросила, Машенька? Это я выбросила кости. А почему ты их выбросила сюда, прямо на стол? Вот, ведро. Вы мне помогли сильно, когда я худая была, конечно. Молодец. Я всем помогаю. Вот. Молодец она. А мне купили, кстати, что-то в Макдоналдс. Я не знаю, что. Но мой друг принес. Зачем ты взял чизбургер? Но ты знаешь, что я никогда его не ем. Я съем, скажи, огурец отсюда и все. Я просто шокирована. Ну ладно, Маша, чуть шокирована. Ну потому что я же не ем, ты же знаешь, мясо. Не ешь, не надо. Вот я тебе рыбку сделала. Ешь рыбку. Я эту рыбу не хочу. Не Маша, это классно, спасибо. Так, это сяду сюда. Не показывай, только сейчас тоже мотанусь. Здесь стоит писано. Ой, ну слава богу. Я вас всех жду в своем кафе. Я вам уже всем сказала. Вот. Прочитай, пожалуйста. Хорошо, прочитаю. Вход, билет, вы уже знаете, платный на месяц. Поэтому... Почему эфир не сохраняешь? Мне просто позвонили, и я не успела. Я не успела сохранить. Очень важный звонок. Очень важный звонок для меня. Я все сразу бросила. Машу, ну, а как ты это... Мам. Маш, подожди минуточку. Знаешь как? Маш, сядь к стенке, пожалуйста, и сиди. Я не хочу там сидеть. Ну, я, например, хожу все время. Ну, хочу выйти там что-то. Сядь и сиди спокойненько. Ну нет, Машенька, да. Зачем? На виду вся комната будет. Зачем? Садись сюда. Иди. Вот сюда. Я тебя пододвинул, так, смотри. О, красивая картинка какая. Смотрите, какая красивая картинка. Всем здрасте, дорогие мои. Сейчас она идет. Ваня, красавчик. Маш, привет, приятного аппетита. Сколько что-то такое стоит. Слушай мамочку. Видишь, говорят, слушай мамочку. Вот видишь как. Вот смотри, как красиво здесь, смотри. И сидишь спокойно, я могу ходить. Всех люблю. Всем хорошего вечера. Кто-то говорит, я красавчик. Я очень рад, что вы там красавчик. Вы Владимир, вот какой-то красавчик тебе звонит. Это очень приятно. Вам нужен? А мне нужен, кстати, да, зять. Мужчина. Мужчина. А, зять, мужчина. Ну, это наша квартира, конечно. Да. Мы просто в ней редко бываем. Маму надо слушать. Вот, мамочку надо слушать. Я так же буду делать всегда. Правильно. Я так же буду делать. Я отвечаю. С этого момента так же всегда буду делать. Конечно. Правильно сделаешь. Ростов, привет, мои дорогие. Так надо. Ванечка получше. Понятно. Блин, да я не успела сохранить просто эфир. Просто мне позвонили и все. Так бы, конечно же, я сохранила. Всегда все сохраняю. Да, на дом 2 я иду 5 числа. Я должна была идти вчера, но не получилось немножечко. Теперь что у меня есть? Ой, это мне дай. Дай я покажу, что сейчас так модная тема какая в Самаре. Смотрите, какая модная тема в Самаре. Продаются такие банки офигенные. Перле, вот, брют. А что это за 90 такое? Рублей. Может, это игристое вино белое, офигенное. Просто такая ледяная баночка. Ну, то есть мне прям очень нравится. Маша, мне кость попала. В горло попала кость. Челку не буду стричь больше. Все, мне хватит. Маш, кость попала. А, в Москве тоже такие продаются? А я не знала. Да ничего, я сок пила. А ссылка кафе... А, вот, кафе желаний, точно. У меня просто все пишут. Алина, я не успела прикрепить.
прикрепить комментарий. Вот. Мало приятного аппетита, дорогие. Спасибо. Я тоже хочу поесть, но мне что-то нечего, по-моему. Нет, нельзя. Нельзя. Сейчас мы заблокируем Евгения. Вот. Прямо вот сейчас. Я думаю, люди такие наивные, думают, что я буду... Даже, Ваня! Ваня! Откуда научился гавкать? Ты уже много кушал сегодня, понимаешь, Ванечка? Ты же много ел. Может, ему не хватает что-то, может, ему еще дать. Маш, ты опять достала полисорку? Я вот так. Да. Один раз... Ваня! Платится за билет нельзя. За месяц 500 рублей. И все. Маша. Ну, а там у нас будут медитации через день. Вот. Что у нас будет? И через день медитации на исполнение желаний, на денежный поток, на блок финансовый, на избавление от кредитов, аутогенные тренировки, общение с психологом, чат 24/7, где мы будем общаться в Телеграме. Кстати, заходите в Телеграм-чат, вы там можете со всем ознакомиться. Я собираюсь кредит взять. На что? Ну, надо мне. Значит, не надо брать и избавиться. Нет, кредит это вообще дно. Это нельзя, это нужно от них избавляться. Вот я и говорю. Она что-то хотела брать. А, думала. У тебя же все есть. Ну, а просто думала. Мало ли. На что? Не знаю. В смысле, не знаешь? Ну, у тебя же все есть. У тебя что-то нет? Ну, я думала, может быть, у меня вот планшет развился. Ну, я тебе, подожди, я тебе подарила 12-й айфон. Да. Я тебе подарила сережки за 500 000. Ну, на что тебе брать кредит? Я тебе если тебе нужен планшет, я тебе куплю его. Кредиты ну, брать нельзя никогда в жизни. Прими запрос. Почему дом 2 это дно, я не понимаю. Я не могу открыть. Нет, я ненавижу, там розовое, полусладкое. Я в жизни его не пью, вы что? Дай мне. Открой мне, пожалуйста. Маша, это берется вот эта штучка, вот так. Смотрите, у мамы как все ловко. Да нет, но это просто она берется вот так. Ты представляешь, я сейчас полчаса сидела. А что, ее просто берешь так и все. И наливаешь. Да. Нет, просто если вы берете кредит, то вы свою энергию денежную отдаете другим людям и успех. Если кредит? Конечно. Это свою энергию отдаешь? Конечно. Почему, если ты берешь кредит, то ты отдаешь энергию чужим людям. А-а-а. Свою денежную. Ты на них работаешь, соответственно. Все. Да, я иду участница на Дом-2. Маш. Да, зайдите, пожалуйста, в Телеграм, вот, и мы там все публикуем. Ты переросла проект на голову. Знаешь, не пойдет. Я просто хотела там пожить немножко. Высоцкий, Макс, смотри, Высоцкий. Я хотела там пожить, мы договорились, что я поживу там недельку. Вот, моя любимая семья, за которую очень приятно наблюдать, спасибо. С мамой, конечно. Куда я без мамы? Без мамы никуда. Ссылка на кафе желаний, да, прикрепили в Телеграм. Сейчас я вам покажу. А где твой телефон, мамуль? Хотела уже показать. Ты уже кого-то там присмотрела? Нет. Кого-то можно присмотреть, там можно просто тусить. Там ни одного мужика нормального нет. Не говори. И никогда... Могут быть. Нет, могут это быть. Были единицы. Извини, был мой Андрей Штрих, который, ну, как бы, там не мог быть уже без очень меня. Очень хороший парень. Потрясающий, да? Ну, понятно, Купин, ну, тоже да, олимпийский чемпион, но он один такой пришел за всю историю проекта. Один, в принципе. Ну, кто там еще из нормальных? Ну, с которыми с нормальными понятиями, понятно, Капаклы. Но тоже, знаешь, 18 лет парень, чтоб пришел и хотел семью, это тоже, ну, таких тоже нет. Все. Все остальные абсолютно, ну, там, испортились. Ну, Даня Сахнов тоже очень хороший парень. Да, не Сахнов, шикарно. Я его просто обожаю, честно. А да. Кто еще там был, что забыла? Ну, ты знаешь, был, другие не задерживались. Был Саймон. Саймон плохо себя стал вести. А мне Ваня нравился. Какой Ваня? Ваня, который был с Либерж когда-то. Ты что, с ума сошла? Да. Барзиков? Да. Он мне нравился. Ну он тоже неплохой. А потом, знаешь, все-таки, несмотря ни на что,
Мне там всегда нравился очень Чуев. Он был прикольный очень, Прими запрос. Я не приму, не приму дочь запрос. Ну, а Рай, кстати, когда пришел, я вообще думала, что он сказал, что он капер. Он сразу сказал. Просто он... А что такое капер? Он потом изменился. Нет, Адей, все. Я с Аней поговорила, настолько расстроилась из-за его поведения. Вот, по отношению к моей подруге. Это все. То есть он говорит, ну, вот мы с ней сейчас общались, он, то есть, на публику выглядит, типа, прикольным парнем, который обольщает женщин. Мы даже с мамой пришли. Мама говорит, какой Адеев хороший парень. Он нас там защищал на лобном месте. Даже когда Аня там про Маша, маму... вообще я тебе скажу. Ну? Никогда никто ничего не знает. У него одна позиция, у Анечки другая. Не надо никого осуждать. Не надо. Мне нужно срочно телефон на зарядку. Иначе это просто кошмар. Кадони, моя любовь, конечно, да. Бешеная. А вот Даня, кстати, мне нравился всегда. Всегда. Сохнал? Да. Очень. Хороший парень. Я есть так хочу. Поешь рыбки? Я рыбу не буду. Я вообще хотела из Макдональдса еду, но мне принесли не то, что я хотела. Вот я сыр отсюда съем, вот что я поняла. Неправильно. А мясо отдам собакам. Зачем? А кому? Кстати, Кадони, у него есть кто-то интересный или нет до сих пор? Нет, я просто знаю прекрасно Аню. Эйнштейна. У Ани, у моей, на Убрянской, были очень тяжелые отношения на протяжении полугода. Она, то есть, как бы безумно любила мужчину. И было изначально понятно, что отношения сложатся. Ну, у них такие, да. Но я просто понимала, насколько она прониклась к Адееву. Я это знала. И то, как он себя с ней сейчас вел, ну... Это все. А ты же не видела. Я с Аней пообщалась, мне этого достаточно. Помнишь, на что? Я буду всегда поддерживать, ну, Аню, это понятно. Вот. Ой, Кадоник это изменился. В лучшую сторону. Ой, помню, меня так поддерживал там, когда мы с Гриценко расстались. Вот видишь? Ты такая голодная, это какой-то ужас. Маш, возьми и съешь рыбки. Кто кого обманул? Кто кого обманул, я не поняла. Скажите мне, кто кого обманул? Читай внимательно. Что-то там какие-то пошли рассуждения, что кто-то кого-то обманул. Ой, бог отвел от лица. Да что? А кто с Грицом, блин, был бы? Но в плане того, что он совершенно не готов к отношениям, это было понятно. Это нормально. Ну, у него был супер мужчина, но у них будущего не было. Вот и все. Такое бывает. Да. Чайчиц красавчик, он мне никогда не нравился. Вообще никогда. Он для меня настолько сладкий, он вставал перед зеркалом, мазал свое тело маслом и говорил, о, какой я красавец. Ну, то есть он мне никогда не нравился. А Лиза там была с ним, красотка, кстати. Ну, Лизу я всегда очень... Лиза красотка. Нет, Лиза Триандафи, Лиза тут вопросов нет. Я ее очень любила всегда. И люблю до сих пор. Она очень симпатичная. Я всегда с ней общаюсь. Ну, точнее, не общаюсь, общалась, но сейчас мы с ней не общаемся, но сторис я ее смотрю постоянно, то есть вот. Я хотела показать, как в кафе «Желание» зайти, не могу показать, прикинь.
У тебя телефон где-то твой? Он на зарядке, Машенька. А ты, ну, можешь принести? У меня руки в рыбе. Заблокирую 520, сейчас заблокирую. Но я считаю, что мужик, если себя хвалит, то это уже перебор. Маш, а может, ему так велели хвалить себя на Доме 2? Ему не велели, он себя любит больше, чем кого-либо на этом свете. Как можно было пустить Лизу Трендафилиди как жену? Ты что, не помнишь, мы сидели, она ему в эфирах наготавливала с утра сырники, первое, второе, третье. Ой. Я просто знаю, какая она в отношениях. Она была с Гриценко. Я приходила к ним в VIP-дом, она там пасту делала с этими, с морепродуктами. Да дофига всего. Да, она и готовила, она и красивая. Конечно. Да, как бы. Да это нужно быть полным идиотом, чтобы ее упустить. Ну, упустил все же. Не ворочишь. Мама у тебя такая же, да, у меня мама очень хорошая. Я хочу быстрее. Мама, что мне поесть? Или мы в ресторан пойдем? Нет, я не пойду. Почему? Потому что я рыбу поела шикарную, леща, костлявого. Костей полно, мне уже две косточки в горле где-то. Я вас видела в Турции, а что-то не подошел. В Кая Палаце. Надо было подойти. Да? Конечно. Нет, Адеев, это все. Я сегодня с Аней пообщалась, для меня это все. Где Кристина? Кристина дома у себя. Она летала в Москву. Будет делать третью операцию на грудь. Вот Кристина все-таки скорпионы, это вот, знаешь, они любят, чтобы все идеально было. Вот уважаю таких людей. Ну вот у меня обвисла грудь. Но я вот не лягу на операцию уже, все. Мне даже говорили, что нужно срочно делать, либо умру, но я все равно не пошла делать. Нет, да? Да, я не смогла. Мне просто страшно. Мне просто было страшно, что я сдохну. Я с Аней не ссорилась. У нас были недопонимания. Мам, принеси, пожалуйста, этот удлинитель. Вот, это мы сейчас прям сядет. Мы с Аней никогда не ссорились. Просто были недопонимания, но они у всех бывают в этой жизни. Просто вопрос в том, кому нужны отношения. Вот. Она просто наговорила. Но, понимаете, всегда вопрос в том, да, почему люди расходятся, почему там друзья перестают общаться. Потому что, ну, как бы, если происходит какое-то недопонимание, если происходит какая-то ссора, нужно уметь просто... Если это надо, да, поговорить. Например, вот мы поссорились с Максом перед Турцией так, что я думала, я сдохну. Просто вы помните, что со мной было? Я хотела сдохнуть, я не хотела ехать. Я там, он мне снился там каждый день просто как в бреду. Но мы помирились, потому что мы не смогли друг без друга. Мы поговорили, мы пришли к там к выводу о том, что у него были ошибки, у меня были ошибки. Все. Также у нас было с Аней, да. Она... Мне там сказала, что я ее предала. Я сказала, да иди ты. Да и она там про мою маму наговорила. Ну, то есть поняли, да? То есть мы наговорили друг другу. Но я пошла, переступила через себя на этот Дом 2, на это Лобное, да? Хотя мне было очень стыдно идти на это Лобное, по сути. Память чуть не сломала, споткнула. Мне было очень стыдно идти на это Лобное. Знала, там, в каком контексте меня будут обсуждать. А, вот, ну, собственно, в таком контексте меня и обсуждали, там, что у меня мама там пьющая, что я там, меня Бекушев там киданул, как обычно, просто для того, чтобы сказать, что меня все друзья бросают, просто для того, чтобы сказать что-то. Кстати, я расстроилась из Бекушева. Нет, просто мне это реально было неприятно, потому что, ну, так как я с ним общалась, я мало с кем общалась, да. Просто для меня это реально было предательство, потому что он так мне сказал, что ой... Ой, тебя все бросают, он просто вот прям вот это... Я видела, ему самому было противно говорить это. Я прям это видела. Но он это говорил, потому что вот ему типа надо было сказать. Было. А я ему хотела сказать, а с кем я не общаюсь? Юлия Примерковой на связи каждый день. С Брянской недопонимание просто, потому что у всех бывает. С Майей я общаюсь постоянно, с Купиным. С Мариной Африкантовой я ей сказала, что я не буду с ней общаться, потому что как бы она вышла, начала общаться... Ну, как бы с Черно, с Миленой, как бы, но я с ними тоже нормально общаюсь, просто и все. Вопросов-то нет. Просто когда мне начинают какую-то фигню втирать, что я какая-то не такая, да вы посмотрите на себя вначале. То есть для меня, ну, как сказать, если раньше я там приходила, я могла какое-то шоу делать на Доме 2, да, то сейчас, как бы, ну, мне плевать. Я прихожу, я говорю то, что я хочу. Я даже пришла, да.
когда Саня сейчас, ну, из Давы, я ничего не хотела обсуждать в контексте грязи какой-то. То есть даже когда Аня говорила про меня вещи, там, которые мне были неприятны, и про мою маму, я не стала ничего говорить, потому что просто я пришла изначально с миром. Я сказала продюсеру Дома-2, Саше, говорю, Саня, говорю, я приду просто чисто помириться. Если, говорю, мне не получится помириться, говорю, никаких конфликтов не будет, как бы, ради шоу. Ну, просто мне это уже не нужно. Я переросла этот этап, и мне было важно, ну, помириться с Аней как с человеком. Понимаете, да? С Маришей зря, от нее веет добротой. От Мариши веет добротой, конечно, но просто когда она ушла с проекта, и мне звонит директор Мост Лаунж Вадим и говорит, Маш, слушай, у меня Марина сидит, говорит, там, с Мусульбет, с Миленой, говорит, а ты, говорит, что, тебя здесь нет. Ну, как бы мне просто, ну, я поняла, что, как бы, человек ушел с проекта, у нее сменились приоритеты, я не поняла просто почему. Но я имею право обидеться, но мне тоже было это тяжело, вот и все. Ну, как бы, потому что я... Марина была тем человеком, с которым общалась 24/7. Вот и все. И у меня есть эмоции. Ну, я живой человек. Конечно же, мне было очень больно. Не, мне было больно, когда ко мне пришла Алена Рапунцель на красную дорожку. Говорит, Мань, слушай, я сегодня позвала Марину утром поехать с ними отмечать уход с проекта. Я говорю, что? А мы живем с Мариной, чтобы вы понимали, друг напротив друга, там, в Строгино, грубо говоря. Я вообще такая, говорю, что? Ну, как бы, мне было просто больно, но... Я простила, но все окей. Я очень рада, что Алена Рапунцель беременна. Прям вот мы даже вот с мамой это обсуждали. Я считаю, что это настолько круто, потому что... Да, счастье. Я, как сказать, я... Ну вот у меня не получается иметь детей. Вообще, да, у меня стоит диагноз бесплодие. Это пока, да. Машенька, не но надо. У меня 30 лет. И когда там говорят, ой, от кого она рожает, от Ебарова, от того, что... Дети — это счастье просто, вот и все. У меня что это падает. Мама, а есть рыба? Нет, я хотела попробовать. Есть, конечно. Нет, если ты будешь сейчас в эфире. Слушайте, да, я... если понимаете, если Бог дает ребенка, как бы, то значит они просто подходят с этим человеком. Я этого человека ее. Я забыла, как его зовут. Как, ну, короче, я просто не знаю. Я не знаю, как его зовут, но мы с ним виделись, когда она сидела в ресторане Мост Лаунж, это было еще где-то полгода назад, грубо говоря. Я знала просто, ну, этого никто не снимал. Смотри, я тебе дам сейчас рыбу. Но ты не сможешь тогда не говорить. Окей, просто да. И просто я, конечно же, там никого никогда не подставляла. И это выбор каждого человека. Но понимаете, каждый находится человека, который по душе. То, что у него там татуировки, еще что-то, то, что он там, у него были какие-то пагубные привычки, ну, бывает, да, ну и что? Может быть, человек, знаете, идеальный. У меня у подруги был человек идеальный, она вышла за него замуж. Они мечтали о детях. Она забеременела двойней, и он уехал жить, когда она еще не родила, на 2 года в Тай и бросила ее с детьми. А просто. По трое детей. Ну вы понимаете, все, да? Ну вы просто понимаете сейчас суть, да? Да. Ну как бы никто не гарантирует, что человек, который идеально работает, у него ничего там в голове не перемкнет, и он, грубо говоря, не уедет. Вот. Ну, я знаю, что у него пагубные привычки были, да? Ну и что? Ну, бывает, да. Были и прошли. Такое бывает. Маша, очень осторожно ешь. Очень костлявое все. Ой. А помидор нет, да? Маш, помидор нет, дочь. Я, видишь, купила 2 килограмма, мигом съели. Ой, дорогие друзья, кто-то пишет, там у кого-то миллион, у кого-то нет. Это такой все бред. Я приехала сейчас в Самару. Ко мне подходят все мои девочки и говорят, Маш, мы в шоке. Мы, говорит, думали, что ты зазвездилась. Но ты настолько простой человек, ты настолько офигенная, ну, ты настолько полайто со всеми общаешься, да? Ну, я считаю, что чем у человека больше денег, чем у человека больше возможностей в жизни, тем он должен быть проще. Что за ссылка? Вестись? В смысле, что за ссылка? Так, сейчас Тони Бэк заблокируем. Угу.
Ой, люди такие наивные, думают, что я буду это терпеть. Ой. Я, ребят, сейчас вам просто покажу, чтобы вы не, ну, ничего не думали. Короче, скажу первый последний раз. Вы меня постоянно спрашивали, Маш, что за медитации? Медленно. На привлечение медленно. Финансовых потоков, на обретение спокойствия, на, не знаю, внутренней гармонии, на уход от депрессивных состояний, как похудеть, как, я не знаю, там, засыпать без помощи таблеток, как захотеть жить. Вот это все. Вы меня спрашивали постоянно, да? Медленно. И рука плохо. Я подумала, что нужно создать кафе, где будут единомышленники, которые захотят со мной быть. То есть не те люди, с которыми я буду вот эти общие эфиры вести, да? Медленно. А которым это интересно. Вот, сейчас я вам покажу просто, что я сделала, чтобы вы, ну, ничего тут не думали мне. Вов, ну реально ты непорядочно ты себя ведешь. Вот. Ловочка. Вот. А у меня есть ссылка в телеграм-канал. Вот. Кафе желаний. Там уже 198 подписчиков. Вот наш чат, да? Где мы все обсуждаем. Вот он. Можно включить здесь звук, можно не включать еще. Вот, кафе желаний. Как его открыть? Я забыла. А, вот. То есть у нас тут голосовалки. Кто хочет трубовое послание дня от Вселенной. Я там говорю то, что я... Хорошо, я там рассказываю про себя, Алина про себя. То есть вот, это наш чат. Кто захочет покупать билет на месяц, где мы проводим с Алиной прямые эфиры, медитации, все. То есть там только те люди, которые нас любят. Вот, сюда перейти, это бесплатно, да, в телеграм-канал. Оттуда вы переходите в канал, который у нас будет в Инстаграме, где мы будем в прямом эфире вести медитации. На избавление от кредитов, от долгов, на открытие финансовых потоков. Будем писать чеки изобилия, будем писать карту желаний. То есть это будет чисто наше кафе. Вот, там будет общение с моей мамой. Ну, то есть наше кафе для тех, кто это, кому это нужно, понимаете, да? А какую ссылку? Я просто не поняла. Извините, я просто не поняла, наверное. Просто я вложила в это кафе всю душу свою, вот и все. Поэтому я, ну, тем, кто меня любит, я всех жду. Билет на месте 500 рублей. Ой, Ирочка, конечно, за это платит, да, дочь. Конечно, конечно. Ну... финансовые потоки, это тем, кто, ну, короче, тем, кому это не дано, мне просто жалко таких людей, потому что они потом это осознают, когда уже проходит время, а могли бы раньше, вот и все. Ну, если бы люди это раньше знали, было бы все по-другому, но я никого, ну, никого не зову, просто тем, кому надо, придут, вот и все. Мам, есть-то нечего у нас. А больше ничего нет, да? Маш. А. Вот для тебя рыба не еда? Зачем ты опустила шнур для телефона в рыбу? Это бесплатно не будет. Мы отдаем действительно Вселенной. Ну, это важно. Для того, чтобы что-то исполнялось, нужно отдавать. Если вы только будете все себе в себе... то Вселенная ничего давать не будет. Это закон. Ну, почему я делала 5 добрых дел? Ну, как бы, короче, ладно. Мам, а где Купер, кстати? Извини, ты же отписывалась, ты на нее подписалась? Нет. Ну, вот и все. А рыба еще есть? Есть. Дай мне. Возьми. На мне Вовочка лежит, я не могу его сбросить. Мне поставила. Лежу и не могу доживать. Вы знаете, конечно, надо подписаться. Маша же от всех отписывалась. А потом должна была подписаться, но она еще не на всех. Подписалась, извините, что я сижу жую тут, дорогие. Маша, ты ешь рыбу... Запах и вкус чувствуешь так вкусно. Я ничего лично не пью. Вот есть сок яблочный, но я еще не выпила. Что-то в окне желания не успел. Как Вовочка, он лежит вот у меня
на коленях. Это здравствуйте, какое желание? Мама там будет эфиры с вами вести. А почему вы с Москвы уехали? А был отпуск, был? Нет, конечно, всем она точно не поможет. Вот пишет одна девица, люди, вы думаете, она волшебница и вам поможет? Нет, конечно, всем она не может помочь. Но если человек хочет, чтобы ему помогли, то ему помогают. А вы, Ирочка, вам точно она не поможет. Надо выгнать. Угу. Ну а как ее? Ты хочешь, чтобы я ее заблокировала? Она гадости пишет? Нет. Ничего такого она. Машуль, покажи. Чего показать, не понимаю. А что вы написали показать? Непонятно. Здравствуйте, здравствуйте, Катериночка. Приятный аппетит, спасибо. И Марина. Марина. Маша, вот я вам скажу, вот когда мы будем отправлять подарки. Как только мы приедем в Москву, мы сразу начнем отправлять подарки. Вот сразу. Ну, как сразу, ну, приедем, пока тося, пока все, там день-два, и мы сразу пойдем отправлять подарки. Вот Ксения пишет, это Шелепнева Ксения. Если вы что-то выиграли, Ксения, конечно. Мы сразу пойдем, будем вам отправлять. У меня все люди записаны. Ой, спасибо, пишет мировая мамочка, красавица. Добрый вечер, мама Олечка. Ой, спасибо, как вы приятно мне пишете, мои спасибо, дорогие. Пишет. И вот, значит, добрая душа. А рыбка какая жареная? Рыбка жареная. А я еще ем вот такой вот. Ну, я при вас не стала. Потому что Маша мне купила, оно не очень жуется. Поскольку при вас я не могу жевать, то я и не ем. Наша любимая тетя, спасибо, Гаяне. Это, значит, да, это Машин папа поймал леща. Тетя Оля, заблокируйте Алину 520 и не принимайте в эфир. Заблокирую. Она гадости пишет. Ну вот быстрее сейчас заблокируй, прямо сейчас ее. Маш, а как я узнаю, где я ее увижу сейчас? Тетя Оля, заблокируйте. Маш, я сейчас сфотографирую ее. Вот и все. Очень умная, добрая. Спасибо, спасибо, Марина, спасибо. Приветики Льви из Вильнюса, спасибо. Это ваша квартира? Да, это наша квартира. Знаете, это сын. Так отремонтировал квартиру, и какие полы он сделал. Вы знаете, здесь даже все до балок вообще. Мама поднимали. А? Папочка. Все полы поднимали, все делали. И он такие полы сделал шикарные. Вообще, знаете, сказка. И я настолько люблю вот это вот место. А можно отрезать? Маша, а почему ты сюда мне поставила так? А телефон. Куда поставить? Я иду вообще сейчас в магазин за виски. Ну, это напрасно. Вот, здравствуйте. Маш, вот ты знаешь, вы знаете, что-то хотела вам... Ой, сумочку, какую сумочку показать, я не знаю. Вот у меня, вы знаете, так стоит. Дело в том, что у нас когда-то внук мой сломал вот эту штуку, он игрался и сломал в Турции. На что ставить? И мы до сих пор никак не купим. Ну, купим, конечно. И сейчас на, вот знаете, бывает, ну, как показать, что ли? Ну, ладно, не хочу показывать. А то в кафе твое. А Маша, я смотрю, тут написано, ссылка на кафе желаний внизу у тебя. А это что, у тебя прямо сейчас вот это? Запись идет. Мы доченьку любим. Спасибо, Мариночка. Да, мне главное, да. А бесплатный сыр только в мышеловке пишут этой, которая 500. Ну, вообще-то, да. Вы знаете, еще я вам хочу сказать.
Вот обычно, вот смотрите, Маша подарки отправляет, деньги, ну, раздает, там подарки какие-то, бонусы за то, за другое, 5-10. Каждый день. Да. А кто-то хочет, чтобы она только раздавала, ничего не зарабатывала, да, рекламу, чтобы не делала, привет из Ростова, здоровья вам, мама, вам тоже. И хотят просто, чтобы это было, ну, вот так. Даже кафе желаний. Да. Даже кафе желаний, чтобы не было, понимаете? И туда надо все. Оказывается, все вы хотите, ну, кто-то, понимаете, хочет все бесплатно. Такого не бывает, мои дорогие, не бывает. Конечно, девочки, не бывает. Может, реально поможет. Главное верить. Это правда. Так это помогает, мама знает на себе. Вы лучше, приятный аппетит. Дом ваш. Это не дом. Это... Блин, Маш, ну, Маш, ты так ставишь мне? Это квартира. Это наша квартира. Ну, вот так ее сейчас немножко переделали. Квартира очень хорошая. Да, еще хорошая. Второй этаж. Да, лечь с Волги, это вкуснятина. Привет с Барнаула. И вам, Барнаулу, огромный привет. Баклажанов, который делала ваша сестра. Видно, что идеальный... Ой, ремонт он сделал. Даже вот я вам сейчас покажу вот эту картину, которую у нас сейчас покажу. Это не картина, а как бы такое панно сделано шикарное. Ну, вообще просто. Вот оно. Шикарное панно. Маша, ты тут сидишь у меня, показать тебе, да? Ну, нет, ладно. Сама будешь... Вот. У меня есть коржик какой-то вообще ржаной. Это Алина отправляет и хамит. Вы знаете что? Вот поверьте, я теперь поняла. Оказывается, если человек делает какие-то гадости, вот я раньше не верила, вообще это слово, вот, карма не верила, все, но оказывается, вы знаете, да. Это есть. Мама, это... благодаря мне поверила. Да. Вот, наверное, благодаря Машеньке я поверила. Она есть, она возвращается, понимаете? Это ужасно. Сразу. Да. Какие, говорит, планы на вечер? Ну, сейчас уже вечер. У меня никаких. Я бы уже ничего. Я... Привет из Ангарска. Ангарского привет. Лав. И вам, Лав. Маш, кушай там. Какой-то коржик. Подожди, Маш, не доедай. Я покажу, что ты ешь. Подожди, они тут думают, что ты ешь. Вот это Машина тарелка. Видите, вот этот вот какой-то коржик лежит. И вот здесь вот лежит сыр брынза, который она любит. Все, вот она, моя звездочка, вот она, мамина доченька, вот она. Все, вот это ее еда. Вот я вам показала. Прям вот неожиданно и сразу. Так, а вот эту Терентьеву я знаю. Маш, вот Терентьеву сразу блокирую. Ну, блокирую, говорю. Ну, вот, да, сейчас. Потому что я не могу эту Терентьеву. И как она всегда у нас появляется? Вы знаете что? Я удивляюсь. Вы что, в кафе желаний эфира вести? А в кафе желаний? Я с удовольствием могу даже, если кто-то захочет, вот так вот пообщаться один на один, понимаете? Вот кто-то захочет со мной поговорить. А ты теперь поняла, почему поговорить? Ты хотела кафе, чтобы вот этого говна не было? Вот вы знаете, и я вот... Теперь ведь кто-то захочет, например, со мной пообщаться. Не то, что там скажет мне гадость. Ты откуда там бабка старая? Да. А вот кто-то захочет со мной пообщаться. И я даже, может быть, совет какой-то смогу дать. Да просто поговорить. Человек со мной поговорит, душа в душу или по душе, и будет хорошо. Добрый вечер. Во-первых, я никогда таких вещей не говорила. Каких? А кто-то мне сказал. Что говорила? Я не говорила. Что? Я хочу сказать, что это страшно, когда человек это употребляет. Что именно? Я не хочу вслух это говорить. Я даже вслух не хочу говорить это слово. И я уверена, что вы, вот кто это написал, да. Нет, ну это надо сразу, этого человека надо сразу, конечно, Маш... Я, в принципе, бы я бы его заблокировала. Ну, ладно, пока оставь. Значит, это страшно. Это болезнь. Болезнь неизлечимая практически, я так думаю. И поэтому те, кто это начал делать, почему... Вот я, например, есть такой депутат Носов, который борется с этим, понимаете?
Да, блин, ты это так сказала, блин. Ты касалась Алены. Ты что забыла? Какой Алены? Ее парни. Ты сказала, ничего страшного, было и было. Ну, блин. А. Ну, если было когда-то, у него... И он вылечился. Вы знаете, у меня, у моего лучшего друга была такая проблема с сыном. И он вылечился. И больше этого нет. Он ребенка родил замечательно. И семья прекрасная. Привет Кыргызстану, привет. Понос супер, да. Да, это сын сделал такой подарок нам шикарный. Вот он такую квартиру, он везде сделал... ремонт. Ой, шикарно. Здравствуйте, Оля, привет. С Новокузнецка. Обожаю вашу семью. Маш, ты молодец, помогай дальше людям. Шикардос пишет. Здравствуйте, из Казахстана. Очень приятно вас слушать. Второй этаж ни разу не показали. Я показывала уже раз 20. Показывала, ну все. Я сохранила эфир. Да, эфир. Жизнь бумеранг всегда возвращается, вы знаете. Все плохое. Поэтому надо добро. Еще, знаете, нельзя, говорят, на детей никогда обижаться. Никогда. Ну, то есть они, конечно, делают много того, чего-то там нам не нравится, но их надо сразу прощать. Потому что если мы не прощаем, то это плохо. Привет из Павлодара. Так, кто-то привет из Ташкента. Ой, соскучились по вашим эфирам. Вы, кстати, мы были, вот когда ездили сейчас в Турцию, и там познакомились с замечательными ребятами из Ташкента. Просто супер. Такие все хорошие ребята. Маша, ваша добрейшая душа. Да, привет из Уфы, вы красотки. Привет, Уфе, привет. Машенька, все, давай, удачи с кафе, я с вами. Да. Ой, спроси, кто в кафе пришел? Так что, если кто-то записался в кафе... Кто пришел, спроси. И вот захочет со мной пообщаться один на один, прям Маша дает мой... Я звоню прямо этому человеку, и мы общаемся так, спокойно. В кафе будут общаться. А в кафе это, да? У нас, знаешь, что будет, я не поняла. Сейчас, как отдохнули у сестры, шикарно. Она всегда вкусно хрустит Мару. Вы красавица, добрый вечер, Машенька, Оленька. Самые классные, Машенька, Оленька. Подскажите, пожалуйста, что помогает от тошноты при беременности. Я вам скажу. У нас будет медитация. Вот, например, Алина будет вести. А, вот Алина будет вести. А я вам скажу, что помогает, пока вы еще не начали. Вот пока вы лежите утром в постели, вот просто съешьте, вот лежите, и вас затошнило, съешьте кусочек чего-то там, хлебца, прям заранее положите себе на утро сухарик, съешьте, и все будет. Привет из Баку, я вас сильно люблю. Маша, если у тебя тяга к рыбе, то организму не хватает витамина D. Нет, просто она не ест, просто она не ест мясо и все, не хочет и все. Привет, вам от Тани, Танечка, привет из Павлодара. Приеду из Казахстана. Крым, Феодосия передает привет вам. Слушайте, спасибо вам огромное. Мы тоже вам передаем громадный привет. Мы всегда все с вами, мы вас любим. Очень. И спасибо, что вы к нам выходите. Казахстан не читают. Нет, читают. Я вам Казахстану передавала привет несколько раз. Попробуйте семечки. Какие? Что сделал? Скотина. С этим борется президент. С чем борется? Я не знаю, с чем он борется. Я его не смотрю. Дорогая Оля, Маш, пересматривала старые эфиры. У вас были шикарные жемчужные бусы круглые. Расскажите о них. Они у меня в Москве. Ой, расскажу. Это такая история связана с этим. Знаете, я потеряла свои бусы одни, жемчужные. Это была целая эпопея, ребят. Они у меня были небольшие. Вот, кстати, они, может быть, где-то дома лежат. Когда-то мне муж подарил их на 15 лет. Ну, знаете, жемчужная свадьба. И я их потеряла. И вот я их потеряла, а, видимо, я их спрятала. И вот я... так переживала, что он пошел и купил мне на какой-то праздник или просто на годовщину, купил мне вдруг эти бусы жемчужные. Такие красивые. Их во Францию возили, собирали эксклюзивно вообще, для Франции делали. Каждый бусинка. И они были разные. Я говорю, Саш, что ж ты купил? Они же разного цвета. Одна прям ярко-розовая, другая какая-то с чернинкой, с чернотой, другая еще какая-то. И вот я так переживала. Он говорит, ну ладно, поехали сдавать. Я говорю, поехали. Ну давай заедем сначала к Наташе. А Наташа – это моя сестра. Нет, а мы ехали до этого тебя встречать. Нет, нет, приехали. Маш, и вот мы поехали к Наташе, заезжаем. Я говорю, Натуль,
Вот смотри, Саша мне бус купил, но что-то не то. Они какие-то разные, разного цвета. Она говорит, Толь, если ты не возьмешь, я возьму эти бусы. Ну, понимаете, такая корова, конечно, мне оказалась нужна. Я их взяла и теперь не нарадуюсь. Это у меня просто шикарные бусы. Да, вот тоже на детей нельзя. Тетюль, примите, пожалуйста, кое-что вам скажу. Не могу. Не могу, знаете почему? Ой, Ливан вышел. Ливанчик, привет, дорогой. Вот Ливан Тодо вышел, смотрите. Это ведущий замечательный. Сейчас, Машуля сегодня. Маша сегодня шикарная. Наташенька, если будешь про Машу, про мою что-то говорить... Так. Удаляюсь, дорогие сразу друзья, из эфира. Все. Внимание. Там да. Ливан вышел. А у нас кафе «Желание». Сейчас я вам расскажу просто. Открылась вечерняя перекличка. Кто уже перешел в чат? И добрый вечер, наши дорогие участницы. Мы рады приветствовать. И вот сегодня мы вечером будем делиться с вами какими-то проблемами, которые у нас есть. Вот. И будем отвечать на все, что вы хотите. Вот. Помочь друг другу в исцелении. Вот, вот это наше кафе желаний, вот это наш чат. Вот, вы переходите, мы рады вас приветствовать. У нас уже там 205, сейчас я протру камеру. Вот, у нас уже 205 участников, вот в кафе желаний. Вы вот сюда переходите, мы все рассказываем вместе с Алиной, мы 24/7 здесь. Вот, мы с мамочкой. Короче, я выкладываю здесь то, что я не выкладываю, ну... поняли, в обычном своем инстаграме. Это для нас только для избранных. Вот. Мы все здесь комментируем, все общаемся. Вот тут наш общий чат. И дальше тем, кто захочет уже с нами быть постоянно, мы уже добавляем в инстаграм, в закрытую группу, где мы ведем наши медитации, прямые эфиры, настраиваем денежные потоки, избавление от депрессии, всего остального. В общем, вот, это кафе желаний. У нас уже 205 человек. Вы можете просто пока присоединиться с вайпом у меня в сторис, для тех, кто не смотрит сторис. Вот, вы переходите ко мне в сторис, свайпайте, переходите наш канал Телеграм, и уже из него вы можете приобрести билет в наш закрытый чат в Инстаграме, собственно говоря. Вот, я вам рассказала. Я иду в магазин сейчас, пойду в магазин. А то уже что, все? А? Закрыл эфир? Нет, Пошу. Я еще в эфире. Ты в эфире? Да. Нет, я просто ребятам своим сказала, потому что вдруг они не все узнали, а я всех очень люблю. У нас вечерняя перекличка начинается. Просто я же из эфира выйду, а, например, может быть, кому-то грустно. Ну, поняла, да? Кто-то сидит один, не с кем поговорить, а у нас же здесь солидное общение 24/7. Ну, поняла, да? Поэтому. Понятно. Вот, уже тут пишут, как вылезти из долговой ямы. Вот у нас началась уже перекличка. Пишет моя подписчица, говорит, мы с мужем в долговой яме. Как выбраться? Вот я сейчас буду всем в чатах отвечать. Вот, потом, кто с нами будет в нашем кафе уже постоянно, у нас будут медитации каждый божий день. Вот. Я одна. Пока вы все поняли. Да, дочь, спасибо большое. Я так рада, что вы все поняли. Я вас настолько люблю. Вот, прям все пишут свои проблемы. Мне так это приятно. Это то, к чему я шла всю жизнь. Представляешь? Люди со мной делятся. Машинка, главное помочь всем. Вот, я не смогу справиться с болью потери. Сын погиб. Ну, это все. И вот это люди все пишут. Представляешь? Нам в чат все пишут, да. Мне так приятно до слез. Дочь, вы сторис мои смотрите. Для тех, кто смотрит мои сторис, у меня там есть свайп. Свайпайте вверх, вот, и вы оказываетесь в моем чате. Вот он, чат в Телеграме. Из него вы можете приобрести билет, и у нас будет каждый день медитации уже в нашем чате в Инстаграме. То есть не здесь, поняли? Ну, как бы, здесь не все равно могут понять, принять. Многие думают, что там мы больные, вы понимаете, да? Но кому это действительно надо? Просто я к этому давно шла. Вот. А? Что? Ничего не пью, с удовольствием. Поэтому вот так. Какого магазина, не поняла.
Слушай, Маш, как раньше, выйдешь по культуре, идет «Спокойной ночи, малыши». Ой. Без фильтра мне не очень. Вот я без фильтра, ну как бы мне не очень нравится, но могу, конечно, так сидеть. Мне вообще пофиг, если честно. Казахстан, да, серьезно, вы в Казахстан уже в чате, да, сейчас я посмотрю, дорогие друзья. Да. Что-то у нас немножко заложено. Много у меня уже, да. Вот все пишут, смотрите о своих проблемах в чате, и потом добавляется в кафе. Так, дорогие друзья, все, вас очень люблю. Смотрите внимательно за моими сторис, вступайте, заходите к нам в семейное кафе, мы вас очень всех любим, все.